Так, всем привет еще раз. Я надеюсь, что вы после обеда уже немножко пришли в себя, потому что сейчас вся кровь ушла в живот, и надо возвращать ее в голову потихоньку. Я уже... Кто-то видел какие-то видео по Outbound там со мной, вебинары, еще кто-то? Ага. Ну, я, в общем, сегодня... Я обычно, вы знаете, много говорю про инструменты, про автоматизацию, и... Сегодня я решил рассмотреть немножко с другой стороны, с точки зрения построения именно системного процесса, который может давать системно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно давать вам новых лидов, используя Outbound-канал. Скажите, кто из вас уже пробовал работать в Outbound и что-то делать? Окей. У кого из этого получились хорошие результаты? Окей, то есть, ну, в принципе, процентов 5, наверное, есть тех, кто что-то из этого смог сделать. Я сегодня расскажу, то есть я уже, наверное, за последний год видел процесс, как строится процесс аутбаунда в огромном количестве компаний, наверное, около 20-30 компаний как минимум, и всегда одни и те же ошибки происходят на разных этапах построения процесса, и я сегодня хочу показать, какие основные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются все, и как, собственно, построить это по шагам, раз, два, три, и сделать это. То есть я всегда стараюсь максимально практичный контент давать, и единственная проблема, которую я вижу, в том, что люди ее просто не делают и не реализуют все те советы, которые я даю. Поэтому если вы хотите получить результаты, то надо просто начинать и делать. Да, в двух словах обо мне, кто не знает, я